Здравия, воин. И вот наконец-таки у меня появился стабильный хороший интернет. Его некоторое время не было, я не записывал ролики, не хотел писать на мобильный, с мобильного интернета. Но неважно, вот я в новой локации теперь. Ну как новая, это моя квартира. Теперь я все эфиры буду вести отсюда. И разборы клипов и всего прочего. Итак, настроились на квантовое мышление, думаю светом. И сегодня мы для разминочки разберем пару интересных, на мой взгляд, клипов. Некто Анна Буткевич, это в нашей соседней, на Украине, она же Хохляндия, она же Малороссия и так далее. Она же незалежная стране. Такая есть исполнительница с потрясающим количеством подписчиков. 9,66, тоже интересная цифра. Ну ладно, суть не в этом. Суть немножко в другом. А суть в том, что 6 мая 2020, то есть 6, тут 5 и 6,9, в общем, в красивую цифру, в красивое число, с потрясающим количеством просмотров, она забабашила ролик. Явно не для 500 просмотров, хотя ролик очень дорогой. Ролик песня. Не в смысле, что в ролике песня, а просто вот все открыто и четко. Как всегда, это ритуал, который пытается вовлечь всех нас. Смотрим детально, Буда внимательно. верит, самое дорогое, что у тебя есть. Ролик о самом дорогом, что у них есть, но на девяточке, там на шестерочке, ну, как всегда, на тайм-кодах интересные ключевые кадры есть. И почему-то, как всегда, в зазеркалье смотрится. Самое дорогое, что есть. А что? Самое дорогое в зазеркалье? Ну, ладно, у меня паранойя бывает. Я же... Мне можно. Я художник, я так вижу. Как всегда, кто о чем, я о своем. Ну, ладно. Личному водителю. Можно кое-что пропустить, в общем-то, но тут тоже важно. На шестерке 1,5 тоже пока станет главным. Ну, это все совпадение, но бывает. Своей охране. Это все можно пропустить. На 2,4 часы показывают. Вот интересный момент. Он идет и что-то берет в машине. Самое ценное. Вообще вот весь ролик о том, что является самым ценным для кого-то. Ну, для кого? Вот он достал что-то самое ценное. Вопрос, что самое ценное он достал? Смена кадра на 33 была. Вот не было другого вертолета. Не было. Только желтенький с черненьким. Ну, конечно же. Ну вот, ну никак. Смотрит на время и пошло. Вот сейчас на 4.2. Что будет интересно? Прямо аж любопытно. Показали время, да. Было показано 7 часов на 42, если не ошибаюсь. И переход на 7 часов. Интересно. Ровно 7. И 45. На девятке. Все показательно, все открыто, нужно лишь уметь видеть воин. Вот интересный момент. На 51 он будет. Ну, у меня тут подвисает. Слишком много вкладок открыто, поэтому не четко могу остановить. Ну, смысл, я думаю, ты понял, воин. Вот на 50 ничего. Да что такое? Пчелка. И она не случайно появилась на вот именно в это время. Как и предыдущий кадр, тоже не случайно. Так вот, он садится, он самое дорогое из себя, из машины. То, что управляет временем, это не время самое дорогое. Положил в вертолетик,
вертолетик в форме пчелки, и вертолетик с вертолетиком полетел вверх. Некий дар, некое жертвоприношение положил в пчелку, и пчелка полетела. И вот тут начинается. Они взлетают. Опять 4 начали взлетать. Но мне немножко это не вовремя останавливало. Ладно, посмотришь сам, воин. И вот управляемый чьей-то рукой идет полет, типа посвящение. Попробовали они кое-что, присоединившись к некоему рою. Пчелка — это роевое насекомое. И вот уже идет вниз, в новую жизнь, можно сказать. Классика жанра. Все открыто. На символьном уровне это просто какой-то черный ритуал, черномагический. Проводят сквозь определенные процедуры. На символьном уровне, кто посмотрит этот ролик, будет подключен и на себя получит кучу огрехов. Огребет не по-детски. Тот, кто не знает. Поэтому я говорю, нужно думать. Думай, воин. Врага нужно передумать. Итак, они после некоего жертвоприношения, самого дорогого, что есть, пчелки поднялись вверх, отдали там что-то и спускаются вниз после этого. Смотрим, куда. Ну, классика жанра же. Ну, просто классика. На шестерочке, опять же. Шахматный пол. И некие две мадамы, которым прислуживают. Ну, неважно. В общем, королевишна. Масонские символы открыты. Так, что-то он вытаскивает на девяточке. Открывает. Открывает время при контакте с королевой. Она когда-то управляла временем. Сейчас она уже ничем не управляет. Что для тебя самое дорогое? И показывают, на словах «самое дорогое», показывают кролика между шахматных фигур. То есть кролик позволяет обойти. Все открыто, все четко. Стоп. И вот сейчас самое интересное. Сначала в чашку и наливаю, так называемое, то самое английское чаепитие у королевы. Статус. Попробовала, приняла или нет, вопрос. Потом так называемая отрыжка матери будет, которую воспевают в песнях и в роликах. Очень во многих, особенно в рок-песнях. И вот она попробовала, или он, и вот оно, ее видение пошло. Масонское, фасеточное, где противоположности сходятся. Вот показывают, какое видение они приобретают, подключившись к ней, где все связано со всем. Но все же, блин, открыто. И вот кролик, он обходит все запреты, скажем так, дают им некоторые возможности. Красота же. Классика жанра. Вдох-выдох тоже не случали на шестерочке. 3, 2 и 1. Она приняла и сейчас выдаст. Время и... Да, отстань ты. Вот. На 3-5 глазик был. И идет на 3-6. Блин, я попробую что-то сделать с этим моим браузером. Просто я, видимо, его перезагрузил. Еще вот тут куча всего на разбор и так далее. Ладно, вернемся к нашим кроликам. Одноглазым. Интересная у нее очечки. Случайность? Не думаю. Пройди. Опять кролика одного глаза показывает. Деньги.
на 41, опять на шестерке деньги. Ну, ладно. Вот, повторяют. Повторяют то, что, с чего начинали, только не показывая, что он берет. Вот показывают самое ценное с подушечками, на красной подушечке. Почти как на красной дорожке. Все открыто. Вот он идет и показывает, что самое ценное. То, о чем говорили в начале. То же самое, только другой ракурс, другая камера снимает. Но повторяют этот процесс. Вот они несут самое ценное. Тот же самый вертолет. Там сзади тоже интересно. Яблочко в точку. Все открыто. Вся символика наглядно. Следую за белым кроликом, адренохромным, потому что кролик — это способ получения адренохрома, тоже как и дети. У них тоже определенно. Но с кролика мало, поэтому... Это только лишь для начинающих. И вот та самая нора кроличья, это вот ассоциация с, как раз таки, с красной жидкостью. И с определенным состоянием сознания, в которое входит все, кто это употребляет. Никому не рекомендую. И выбраться из этого сложно. Если уж что и принимать для расширения сознания, то это айаваска, мухоморы и прочее. Все что угодно. Но только не биологического происхождения. Это путь в один конец. Понятно, что сейчас жертвоприношения не работают, души уже не прицепить и так далее. Много чего изменил и я, и Творец, и все остальное. Но все равно. Даже не надо подумать о том, чтобы как-то получить адренохром. Это разрушение. Общение с близкими. Вот с кем он может общаться, с близкими, когда вот это, понятно, символ чего? После приема адренохрома какое у него общение с близкими? Все открыто, все четко. Все настолько наглядно и показательно, что без комментариев. Учись видеть, воин. Или может. Снова повтор на 2.04. Может. Или глазик может быть. Даже казаться кем-то другим. Опять глазик. И вот переход в этот глазик. Фасеточное зрение. Ее зрение. Королевишный. Которая пьет, принимает все это. Дар ей. 9.1.1. 11. Ну, 2 и перед девяткой. Да, 1.1.9. Кем? Ну, конечно же, без любви никак. Вот оно, зрение, вот оно снимает это зрение. Приоткрывает. Все открыто, все четко. Да, веселость после приема некоторого, да, отлично. Да, хорошо обеим. То есть одной в двух ипостасях. Вот, на шестерке выливают дар свой ей прямо в чайник. И она показывает, что она источник. Она пьет прямо из источника. На шестерке вот это все показано. Подношение. О, предвкушение. Ну, явно не чаем она так заинтересовалась. И вот она прямо из носика пьет. Все открыто показали. Все открыто. И то, что некий шар, другое пространство за головой у нее и прочее. Так, расслабилась, принимает маленькая. Угу. И вот он в норку пошел. Удар. Она следит. Пошла душа, пошла энергетика, пошли некоторые процессы. И типа прям в точку. Все здесь открыто показали. Все. Вот он, кролик, в свою кроличью нору, которая является целью удара и всего ритуала, всего процесса, всего ролика. Поймали, получили. И тут же проекция, ассоциация на большой шар.
Большое в малом, как всегда. Получили в малом, получили в большом. Все открыто, это ритуал. Ритуал, который якобы 500 просмотров, но на самом деле это не важно. Важно, что это работает. Как и разритуалить можно. То есть, осознав все, что нам вкладывают, хотя бы 1000 человек посмотрит, а просмотры... Я рад, что 4-5 тысяч бывают, соратники. Это только в Телеграме, еще по несколько тысяч в ВК и ОК. Поскольку меня Биг Тех не терпит ни в каком виде на Ютубе, то придется общаться без цензуры, а это пока только Телеграм. Поэтому смотрим, делимся, думаем, нужно передумать врага, когда мы весь этот пласт сняли. Того, что там заложено своим сознанием, это расхреначили. То вся эта энергия, которая там держалась, которая на плохое направлялась, она идет к тебе, к нам. То есть нужно перенаправлять все вот это вот заложенные программы, их перепрограммировать, разбирать и направлять на гармонию, на хорошее, на благие цели. Присоединяйся, воин врага, нужно передумать. Мы уже передумали, мы почти победили. Тема уколов и прочего, она сходит на нет. Об этом будут следующие разборы. Следующий разбор, наверное, все-таки Таноса доразбираю, и потом про Агутина расскажу, что смогу, потому что у него новый клип вышел. Но старая песня главным. То же самое. Смотрим дальше этот клип. Вот оно. Красная королева. Роскошно, все открыто. Внутри суть. Красная королева. Внутри всего этого, цель всего этого. Наши дети. Вот она. Ну, дети, это уже тоже можно иносказательно, я тоже не буду вдаваться в подробности. Доверяют нам самое дорогое. Вот вертолетик. Дальше дети Свое теперь будущее. дальше. Да. Все. 2, 5, 3, 5, 4. Ну, в общем, на однерке, на целостности завершили. На 2, 5, 4. Флеш-рояль. Икона. Икона, флеш, вспышка, рояль, королевская. Королевская вспышка. Ну, естественно, есть такая комбинация в картах, в покере и так далее. Но не будем в подробности вдаваться. Флеш-рояль. Это было в 2020 году, когда все только начиналось, и им только первые проблески того, что она уже никогда не придет. Только приходили. Так что сейчас небольшой перерыв, и мы посмотрим на следующий клип. Минуточку. Итак, я вернулся, воин. Я снова с вами. Итак, возвращаемся. Анна Буткевич. Это было на странице Анны Буткевич. Хотя самой Анны там было очень-очень мало. Примерно в это же время, что и Тина Король скандал, пела, что «Не смей мне звонить», вышел клип Анны Буткевич. Ну, не примерно. Это было в прошлом году все-таки. Но отсылка к будущему клипу Тины Король есть. Вот королевишна идет в центр. Разбить на части свой телефон. И смысл примерно такой: не звони мне, я даже телефон разобью. Надену темный наряд, стану на... Роскошное платьице, понятно. Блестючее. С хитином. Где нужно тут определенные символы? Ну куда же без этого? Зазеркалье, кубик, прямоугольники, черно-белые полосы. Они еще были неявные, но сейчас они проявляются. В сердце, контрольный в душу. Да. На всех уровнях уничтожено. И они это знают. Ты мне не... На 33 все. Погасло. Погасло. Затихла музыка, погас свет.
картинка исчезла. Не нужен, растворись в темноте. Но я-то не растворюсь. Исчезни ты. Не, обойдешься. Не для того все это. Столько тысяч лет шло. Роскошно. Просто прелесть. Работа со светом великолепная, идеальная. На 42. Все, она пронзена. Насквозь зеленым лучом. Зеленый цвет поражения у них. Ну, естественно, достал. Но попытки как-то меня стереть, они уже активные, только 2 года идут. Активные. Вот показывают четко кубики, зазеркалье, вся их символика открытая. Как и в предыдущем клипе, я не понимаю, зачем столь явная и столь сверхконцентрация, я бы назвал, масонства в небольшой стране, но тем не менее, вот мы в Украине мы видим то, что мы видим. Очень много там избранных во всех смыслах, потому что масоны тоже избранные, им об этом говорят. Вопрос только для чего. Что такое масонство, я разберу тоже чуть позже. На примере замечательного фильма Generation P. Там все показано открыто, включая институт матевого пчеловодства. Там роскошно все показано. Нет, другого фильма не будет вообще, по определению. Да, на шестерке 5-1 нет меня. Ага, обойдешься. Мне нужна лишь одна тишина. Тишина будет полная, абсолютная, тотальная. А масоны уже ее не слышат. Ее нет. Давно. И они это знают. Они пытаются ее на квантовом уровне, на компьютерном восстановить. Но не выйдет. Тишина. Даже здесь в клипе они покажут, что ее нет. Они не могут показать другое, но пытаются перевести на другой уровень. Поражение ее исчезновения тоже. В клипе дальше все показано. Тоже открыто. Не хочу. Работа с тенями великолепная. Один источник освещения показали, выделили, чтобы тень была. Это значит, что она все-таки в нашем мире. Но она уже не она источник света. Свет на нее. То есть не она главный актер, игрок. А с ней что-то делают, манипулируют. И это все показано тоже открыто. Это тоже нужно уметь видеть. Истерик, мне не нужен скандал. Скандал был. Таки. Не избежала. Да, показал, но... А она все еще в зазеркалье своем. Весело, весело. Теперь я вижу сама, короче, нет пути. Да, путь самый быстрый, только один для нее. Исчезнуть. Чем от любви до ненависти. Угу. Классика. Опять же, классика жанра. Она такая вся красная, и он такой весь синий. Ну, это родные цвета. Ее и его. Так, вот наложений не будет, не надо фантазировать. Влажные фантазии свои, как в случае со второй серии Таноса, оставьте при себе. Твой план не зашел, ты мне не... Ей-то, конечно, не зашел, потому что ее уже нету. Нужен, растворись в темноте. Программирование. Искаженное было пространство в круге, ее сдавливало. Ну еще бы. А как ты меня, подруга, достала? Отличный сериал, сама его выбрала. Классика. Ну классика, классика, треугольничек, пирамидка, в которой она крутится. Все открыто, наглядно, четко, открыто, вот оно, вот оно.
И тишина, когда пирамидка, ну не то что падает, но переворачивается. И взрыв. Тоже на ключевых моментах. Все, синий цвет, она помирает. Причем уже круглое все пошло, это не ее форма. Все, синий цвет. Померла паночка, они это открыто показали. Тишина. 2.09, интересно тоже, ключевой момент. Вот оно что, вот что происходит с ней. Уже произошло. Тишина. Почему тишина? Вот почему. Пронзает ее зеленый свет, и она становится просто синий, то есть мертвый. Цвета имеют определенный смысл. Во всех клипах одно и то же. Другого значения сложно представить. Что у Гагариной, что у всех остальных. Уже устал вспоминать. Показывают пока, что дым на двоих. Но уже в этом пространстве были оба. И она же не может показать, что она просто одна умерла. Она типа стирает двоих. Но в ее сознании, да, стирается и она, и он. Но он-то в реальном мире. Он жив. Все просто. Смотрим, что на трех двойках, на шестерке. А вот не будет этого слияния. Будет затыкание и стирание. Открыто говорю. В другой фильм никто не уйдет. Нету другого фильма. Просто нету. Вот ее другой фильм. Помирает она. Все. Один глаз закрытый на шестерочке. Лишь одна. И все. Финал. Финита ля комедия. Тишина. Вот тишина, в которой они... Туманчик. Стирается ее пространство, заполняется белым светом. Даже не белым светом, а белой пустотой. Все, померла панночка. Конец света для нее, а для нас начало рассвета. Для людей мы выигрываем. Осталось только отбрехаться от уколов. Окончательно похерить вот это вот. Этот спектакль нехороший с фейковирусом. Все, конец. Все просто на самом деле. 2.39, на самом деле 2.40 этот клип длится. И все. Там 3 минутки. Ну, пара секунд. Чернота. Это значит, что все, для них не будет никакого пространства, не будет никакого движения, не будет никакого света. Все, чернота, они померли. Это очередная ложь, до которой дошло, что она померла, и они пытаются как-то ее спасти, сохранить. Это было еще 14 октября 2020 года. И я таких клипов могу показать сотни, сотни. Некоторые буду разбирать, но на сегодня, на сейчас достаточно. И я, наверное, приступлю к разбору либо Агутина, либо второй части фильма про Танос. Добра воин, врага нужно передумать. И помни, что самое интересное только начинается, ибо ничто не может отменить грядущего. Будь со мной, воин, будь со мной.